Геннадий Андреевич. Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителя коммунизма один в один. Вы просто ахнете. А главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот не ешь» написан послание апостола Павла фессалоникийцам. Надо изучать Библию, вы тогда будете понимать много. Я 3 дня назад был в Новоиерусалимском монастыре. Мы его остановили, изумительно все выглядит. Там великая культура, великий подвиг. Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителя коммунизма один в один. Вы просто ахнете.